Чао, другари, а ми смо вічна нова матако. Need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me?
упала. И вы с отстрижкой кокоса, кое тексат по пальмы и вручи вальда, вероятно, внутрь, не? Mm. Не вручи, топлый. Елфиной? Добрый. Послужите, не? Эти ветки, чем мы налепили. И Эва вам прикажем нашу собу. Хочу угасить вентилятора и пригласим. И вот так. Ушли смо. Ту и бред собле. Все окей, само мрачно, я една само, та една лампа само ради. А прозоров опять нема. Ево, тут є один малый прозорчич, и кое є та завеса не да се макнуть, на жалость. Ево, мы с мотой еще мало распакировали, и купаунеца. Ничто особенно. То я так все мало дотраила. Ну, им все необходимо, мыслим. Не будем мы тут пуно время напроводили. Ну, все само дочинавече, стушириться и отмарать веч предсан. Так, уже я мыслим, прихватливая это все. Не смели ради телевизия. Я задним смешиваю, на году телевизия не радила, не те могла споить. Не был памятный. Не был памятный ТВ, не с мамой могли спойти, ни чак Ютуба доглядамо. И я, вы видите, чак и мой фрижидер. И малый фрижидерчич, и чай на покон, не макавый, да чай for me, специально для меня, и чайник собе. Супер, отлично. Ну, мало овако уморна соба, видите, овако. А, видите, малку и прикотины все видят, то, значит, то и Старограджевич, то и веч дало себе от себя. Газды я рекал, да я сад, они израджую новый гестхаус, там не будет все чисто, лепо и модерно, але Эва, он будет все так отворил негде, когда это краем января, а мы с Мосад тут баш початком января, так куда мы имамо сад ту собу, кое имамо. Ну, добре, не что лучше, само она мало вакуумор навелим. Але доста велика, и еще опять она има ту свое предсобле, не как все видели. Значит, осем огромной собы, има то предсобле. И вот, то и кревет, например, за децу. То есть, да, послушайте, вещи свои, и то, и то. Баш мы занимлем на ове мотоцима, да я сву, где в нашем смештую нема прозора нормальных. Значит, на гойду в овче не было никакого прозора. О, где ту две овы малечки. И скрозь тут зашторены. То и вальда нихове ту обы чай некогве. Право на тайдан тут настигли, его на отобу, радио, багу, на приватной парцеле. Евадили огромную волю мутистей, кое ставила там до беседок и нечто волю. Дом.
посадку в бедном путу можете видеть у огромных Эрджаву, где он ауспарит с багером скоро поиска. Кстати, можете замыслить у величины, те старые Эрджавы цистерны. А знаете, для меня увид свежий занима, как подошли следующий дан. Шедуючи блажу, мы там парцелом там сустрела негого власника. И питала, что это за цистерна, чем я служила. Я летала, да это, вероятно, были некие нафтные производы. Так, я же допела на неком великом барком. А кассы были допелены, то и на ним левый чинница вверх. Так, я дай человек, кое сад ему 55 година, има, может, 4-5 година. Значит, был я дете, когда ее допелали, и сад ее он то укланя. I'm not aware of all the trouble. Fell asleep in my heart. I'll hide under the covers to get away from the feeling of loss. Now and then book shelter. I'm losing, I'm losing all you I haven't. How of myself, 'cause of you. I'm losing, I'm losing all you I ever held myself 'cause of you.
Целью нашего смести сегодня. Я велю ему треба веч дать давать своего друга державлянства. Знаете, какой державе? Черной горы. Я в Галисице из над него летаю. Ово люди, они еду, летячие лисицы еду, ове плодови, я не знаю, что это. Они поеду то горе, не? То зелено, или же его видите, то и жуто. Поеду то и оставе овакве, отбацую. Видите, костицы, костицы, ово су яко лагане. И я сам видела, да, обе каштицы мештане собираю и сушую на солнце. И его мне баш занимливо, что ради далее с тем? Что от него ради? Ко знание к мне напиши. Я в всяком селу видим, я да то суши, те каштицы без кожи. Что далее с ними делаю? Баш сам знать и жаль. Нашли мы тут на не один гестхаус вроде презентабельного облика. Не может себе уйти внутрь, але то они с ваштыми, видите, в понуде. Чак и бассейн. Значит, ну, где комнаты, собы, бассейн, фишн трипс, значит, излеты на за фишинг, сауну, чак и мою. Снорклинг, хукан, значит, кальян. Хорошая еда, дельфинтуры и скуба дайвинг. И он все на лазе, видите, от Мадо Малины мечети. А из-за мечети Евич море и там далее Мало Бикини Бич. Ваш таман сад позыв за море. Ева, случайно мы встретили опять наших газду нашего, наших смештая в неком другом месту. А то он граде новое, то под него ешь све у лесу, видите? Ой, будет зона ресторана, а из-за нас е буду хоторские собы. Видите, то све ешь под отворенным небом. Ева, и донесли нам чаю и организировали нам бицикл за сутра. Ева бициклина. И Ева чая, чак и сакексичем, первый путь то видим, видите, сакексичем. Аде, ночь на чаянка. Thank you.
германцы. Его видишь? На обум отплыл твой бакер. Учите дечки везать в морской чворове. Видите, как я човек баржу вежу. Эва, изрезанная. Пришвартовывается к капюрсу. Его сацан палака кречи достанет овака узперс. Огромная то машинерия, я бы да. Направились у толику модерного пирса и овака и того моста. И вот видите там удаление, и вот там мост. Вау, я не в Хорватской, редко в коем месте мы так вот что видела. Модерно, люди, а то я сама уточич. Стварно. И видите, рассветая звук где. А в моей улице рассвета ёж нема. А мы с моей Европа. Близо с моей Германии. Близо с моей... Чего там, Брюсселя и Гаге. Это такое. Эй, боги, другары. Мы данас потрази за вечером. Свратили на территорию в ресторан отеля Tropical Village. И лепоету. И лепоету, если уреджено, это так. Почти видят, да, за европейцы раджено напокон. Прям, да, я сам себе надала пиццу и нашла сам ее в меню, и пиццу, и хамбургер, что сам я хотела. Але пока я дошла до нарожбы, рекли я да нема. Ни пиццы, ни хамбургера нема. Не знаю, что я не могу дойти до кора тех, до пиццы, не знаю, ради чего нема того. У главном ни что того. Могла сам я наручить овога данас fish and chips. А супер наручил карбонару. Значит, выше мани, не что европейское, выше не можем глядеть на тутуну. И Эво, как и лепо нам послужили с отпеченцем. Напокон в лепых чашет сама. И с оледом. Эва, сейчас покажу, чего. Видите? То я ему от лубеницы, а дражен ему от ананаса. И вот так с мамой тут сидим. Вблизи не пляжется. Видите, как я тут лепо все. Едино, что и комарцы досадные. За бога милого. А им это, видите, за гости. А иначе и мы могли сесть там под кров. Але я ваш жалим тут быть на пляже. То и никакого лепше, как бы не бы комарцы те прокляты были. И вы сада чекаем, когда нам донесет эту нашу нарожбу. И вот стигла наша нарожба до края. Мои fish and chips. Не бы себе тут баш по ночи, не что. И кот мужа карбонара. И взгляды все, как у лепой великой супорции. Добро, то и цены доста. Доста добрые. Как в нашем европейском ресторане. Thank you.
Ура! Ева, первая ночь у новом смешную на отоку Фехенду є из-за меня. Добре сон спавала. Класно сам легла и рано сам пробудила. Из ненадженья. Поними мене врача напокон два тьеда. Поними се врача тай филинг. Да морам стать организм мой так ужели. Да мора устать рано. Да не устаясь в 9 сати, в 10 сати. Хервич, полудана ту на мальдивские прошлые, в 6 сати весь залосок. Значит, требую устать рано, да видишь выше того. И Эва. Спавала сам лепо, кривит я удобан, соба я пространа велика, чак мы исключили климу, яр мене было чак и зима на, в ночи. И он до приспавания сам исключил климу, и остались мы сам с вентилятором, кое по временности уключил. Значит, он не радил, он стоп. Он я овако мало кратко прорадил, овако налаганным окретанием. И опять ништа. И все окей было, не было вручи, не было вообще никакой нелагоды, было баш таман. Не было холодно, было баш таман, овако температура какое и потребна. Эво, сад я то чекам мужню, я ж спала, я чекам на дорочек. Сам перво на дорочку, то есть забрал из пола седом, али я ее ж попила чай, ее ж особи свою, они мне поставили кухоло. И я ее ж отышла до плажи, то я близу и има одну плажица. Устварит у себе все плажи, то я близу, али окей. Отышла, значит, там намочила ножицы в воде, услали в воде. И он до сам себя вратила. И тут уж местные девочки пили каву, разговаривали с вами с вачем, нихвым плановым. И Эва, сад мене послужен веч дорочек, видим я. Муж мне уж спал у собе. Самое я тут мухи досадные. Я бы это мухи досадные ковуш. Эва мне послужит. Эва мне послужит сад дорочек, сад вам приказывает. Эва гума дорочка. Там я кухень, там где человек и шел. Эва мой дорочка, Эва этого. Ну что, и мамы, Машуни, значит, и континентальный, и овый, скупо све. И континентальный, и мальдивский, све уедном, три уедном. Его навалим, люди. Достигал бициклист великий. Скоро поеданность ветра, да и он достигал на пляж. Доплывали то место не на нашу бикини-плажу, и нечто увидели в воде. Я в саду него следя. Не знаю, что я там увидели, дельфина или ражу. Я все так две узвики были. Вау. Наш мы занимо. Я садка отплывала. Была сам по свисаму морю. И тут негде на обе локации, где я в садоне. Близу. Как сам плывала, метр 15 так от меня. Исто нечто плюс коловаку, нечто в велику погоде. Значит, нечто я было в велику в воде около меня. Ну, ай коло ту нема, так куда я, может быть, ту и самоража, или... Не знаю, дельфин, или туна доплывала ту, не знаю. Баш меня сад занима, что не тража. Видите, я кружу на одном месте. Где я показываю. Сад бы скочил. Не бы скочил. Сзади скочил. Иду негде далее.
Его опять почув, то я ввечу баш близу. Баш близу була. Нікого тут буде вальда розглядав, Леоня. А ми ся таку пома. А то я нешто пливо, може, опасно. Сзади он скокнул в воду и были лапы великие узгласы. Может, ты, вероятно, нечто уловил? Достает далеко от нас. И высоту лазил чамоц. Будем кастинг пытала. Идем глядеть автобуса. Хоботницу. Зачем ловить на хоботницу? Thank you.
Evo ljudi, vade ogromne odrasle palme, vade s kornjem i otpjelo ih na jedan od otaka rezorta. I tam zasade već sa odraslim drvima, vidite kaj djelaju. Не замело вам все видеть, сейчас вам и мало удалены. Эва, видите, он сейчас держит пальму, примешивает ее. Сейчас будем дошли ближе, чтобы видели более. Эва, видите, две пальмы лежат, ведь означены с оранжевым точком. Видите, наставлю на оранжевство. Значит, коису пальмы означены с такими наражастыми точками, наилепшие на равнине. Они их вадию и буду ставили на баржу и на цегляч и отпелали на резорт. И там засадили. А мы смогренули на самую дальнюю шпицу. Там есть некий сандбэнк. И сад є баш отишла вода, и когда є отиджи вода, там все може ходить дубоко-дубоко в море. Ева, ми сад опять идем цестом наліком, видите, і з такою ногою йду. Ева. І дугочкою тут треба ходить, якою дугою треба ходить. Уф. Подивіться, що нас на краю чекує. Ева, знайшлися на запущену ніякого, на ніякого біч-бар я прибив. Ір ту іма кухінеця. Ма мала кухінеця. Видите? И умывальничек. Мыслим забрать нечто. А то я, чтобы вальди за складишти не видеть из полицы, за складишти не всего и свачего. А сад то листья от пальма. И свет вот так запущено. И само ту ново место локальца се купаю. И видите, то исто сад. Вода отышла и исто. Вако. Може се ходати. А тут є ж нещо. Посібне ніякого. Посібний улос. Кай би тут могло бути. Вальде... А, і тут є ВЛВЦ, видите? Ева, усри, ты вот такая стоишь, сколько? Нечто носит, нечто добыл, нечто опять посудил. А это натекачи нашел течи. Гумины. Иначе это их я купона, а лисвису у одного экземпляра, а у меня пар. Тогда видим, какой брой. Сейчас будем, как пипилюгу пробила. Ел-то моя. Ел-то мой кристальный. Кристальний башмачик или ні? Ні, видите, де велико. Велико, я йому маленьку ножку. Ні, то моє. Я чу осить при своїх ваги модних, видите? Скоро сам їх згубила ногою до вечір. Кад сам фештала, сам ешта не нама. Кад смо іграли там футбол і свашта, що смо ми іграли. Але хвала Богу, да сусі нашли вони мої. Мої лепі. Кой сам купила на Феліду.
Филиду? Филиду, да, Филиду. Сейчас мы напокон при краю нашего путования. Вот те шпицы фамозные. Какое свежее видеть. Это осень природы, нема ничего, ясно. Осень природы, нема ничего. Краю задней припрямы. Вертусь. Не, песок туева. Веч король. Хлеба быть обучен. Вернись, усу, где песок. Эва, видите? Я покушу музыку с собой мобител. Да вам то изблизи покажу. Как будем обучен. Мы оставили вещи. Свою сварю. Видите, как я тут все из-под воды. Вако, иначе я то под воду. Ваша цеста по воде. Свято рая. Может скоро до того и другого года отдать. Видите, там в долине оток. Добрый не до него, а негде посредине все может ходить. Опа, какой Джизус идет по воде. Так, он нас кокосиком дочекал. Данес мы на ручку к нашего газда. С коим сосе возили. Данес и ловили октопуса. О, как я либо видите, украшено. Вау. И данес и стол листа еде при светло. Эво, романтичка вечера. Напокон данес будем пробовали того краба. Как это зовут? Краб? Рак? Рак. Рак. Не видится ничто,
ту один баток за баток пилячи и два краба. Сейчас будем ставить на танюр, побудемся вам лучше видело. Оба я помфри. Мы замолили, нам выше мука дриже. И некого салата, меньше чинитую купу с моркова. Але будем пробовать, как вы это все взгляда. Это скуп. Ево, наш ракет я на танюру. Другий я жду. То вольда, то есть очима, что мы наганяли там по гойду. Крумпир, курица, крумпир пуханый, сок и салат от купусы мерквы. Ева. Так, как я не знам, как едутся ракови, за них и потребно есть посыпленные какие инструменты. Я то никогда не сам ела. Ніці пробували, ось перший фут мій був, так одає наєм. Ова та й наш газда, з кою ми се возили на свімогу чи ізліти, і кот кою ми смо були на вечерама. Он сад за мене свято, вако чисті, і припремами я само доєдем, не? Гер, то яку дугу траяло, плюс к тому. Надо сейчас быть люську. Значит, не то так ваш элегантно, если за столом треба все то разбить, поразбейте. Первое самое мороке Кракове. Разбей люску. Какой-то от прилики. Тамная е. Добро, будем пробовали. Мириши на рыбу. It's fish.
you know, Vidya, see this? Ha! How we catch? How we catch? Eh? For our dinner, you know? Yes. Apple nice. Hmm. Эва сразу уловил первым животом рыбицу. Люди, на Мальдивы мы. На отаку в Техенду. Первая не говорила. Налик на Айкулу. О-о-о-о-о-о. Эй, Дражен сад я напоко нашелся заниматься, и мне было за ним, только он ее не уловил. Уловил Ову, и вот мы побегнул. И Ову побегнул далее ловить. И Рева, тай азарт, тай нагон, когда уловишь нечто живо, и он хочешь опять и опять. Пак не смог залуться тут 30 года этому болом. Эво, люди, бесплатный ручек. Эвога, у Средравского моста. Лови. Само не... Не у Средравского книга, у Сред... Шехендовского моста. Шехендо. И мы их только упричи. Оваха светло-сивых, как мы уловляли. Все игнорирую. Неговые овы, негов мамонт. Игнорирую. А треба нам друга ёж. За ерсмо мы за сутрашний вечер наручили две грилленные рыбы. И да их добавим грати, треба нам две. Мы с вами так одну ловили.
Доброе утро! Пола осень на Мальдивах. Да, у нас я облачно. Некие страшные облаки. Надеемся, да, че все различие током дана. Ир. Иначе я холодно. Холодно воду створя. Не овако, как обычно. Але опять некий новый призор. Да не увек сунчано. Ой, пляж в 3 минуты от мало локально плажиться. Не, то за туристы. Можешь быть ту, але одевлен. В 3 минуты от нашего смештая. Так вот, да я свако утро долазим ту. Ермуш мы спава сад до касно. Со сма мы променили, заменили улоги. Обычно я спавам до 12, а он все будет в 6. Сад, если я на пачке. Я все будем в 6, а он спав до 9. Итак. Долю спустя. Ну да, не так. Какая-то умерла своим смерчу. Какая-то плывала так. Умерла и плывала. Умерла, так плывала. Какая сорчинок дожила. Мертвая рыба. Может, я буду добра за ово, за ручек нам, не? Не? Вторую рыбу увидел. Третью рыбу. Тебе малечко. Так что я видела, Вова, на целом. Какая нема. Я мыслим, да может его, некого канта опрокинул, знаешь. О, как я жалу рыбицу. Его, знаешь, я смотрю, две мертвые рыбы. Не ясно, за что соугинули, не ясный узрок. Иисусе Боже. Так что лепо. Бачишь ты это?
рыбу. Вау, видите, какая огромная. Вау. Best job. Your board. Вау. Супер. Супер, отлично. Вау. Люди. Супер, супер, супер. Супер. Бьюти, бьюти, бьюти. Вы, люди, уловили смога. Видите? This is big. This is big. А овая фиш, овая рыба. Огромна. Или лепо. И в публике от мои доглядать, Катя, ты уловила. Я що? Он, подобно, отжиє зараз, тільки ще бої удає мертвого. І удає, що не жиє, аби кожу ніру. Ево, люди, отышли от Олика вода, видите, и отворились все те отоки белые, видите? Чак, мне прямо больше дочар, мне покушать, чтобы приблизиться. Ево, дражаный, да, покушала. Прям до Санцевич вода диже. Он и был при Парсате ту, и свесь эту, в общем, была вага. Свесь была песок, и далось я ходить там скрозь, скоро не докойду. Добрий сад сіє ж доходить, прям до той суяки струю верло яки. І то тебе так вучить, а тебе ізб'ятлось по одному. То я ур небесно, наче обосною. Гойду, где с мамой были предходный наш коток. Видите, как сублизу. Скоро пося может в общей дочь пешки, то не треба никак в чем. Или скану. А месячень он ерекал приемало 6. Остали 2 веча тижня из-под воды. Я рука он дошел и до 4-го отока. Месячень не дали там не могла. Если буде врать. Его гости врач упал. А льешку пехать и пехать. Далеко ебать. Видите? Где я стою? Get down to the beat, forget your kids, it's normal, definitely. Woo!
приховує наш цілий отак фіхенду за наслідки. Світло залозичок сонця. Видите, как я маляный, моточич. Сав еду в едной мой слике. I love you, Фігендо! І ви дійшли, дички, 50 на залозку сонця. Сад є найбільше пицання. А сонця вище нема. То є воно било. На ове стране воно залазить, то його вище нема. Все. А є ще облац, прискусай. То є дітик овий, то в червеним хлачем, то з мого є некий Дан Снімалевич. Він був сам тут. З мому смітали. Овому дітику. Зараз він з подпором дійшов. Три команди їх сидять, ловить рибок. На ужин. Ріжку рибу за вечором. Ева петлетичих лисица, Ева ту една ся вечером у Устима. Забудьте себе видели или не? Где она? Где не видел, все скрыла. Где еще ты? Ева ту месяца нет. То есть ты или нет? Нет, Ева я. Ева, не пронадишь. Ева ту една скрозь на чешку. Ева ту. В Устима держит Айвора. Видите, Гар? Ева, ты все велет. Выше не могу приблизить. Ева, время вечера и вон если уграбили того ороха из от Богопоила. И маленькая. Ева, ешь едно. Тут соседи камши. Ого, мы еще не мы нечто пустим. Максимально разапила. Не мой яич негде, кам ты эту ноги тут дебнешь? Не мой нигде яич. Видите, она пошла. Ага, тоже грабила листика. Листика устик ставила. Ну как жугицами передвигает и дело она по тем веткам, смотрите, по гранам. Все самого, команки. Все, я отлетела. Я отлетела. Ей течи на белом песку, так и лепо, романтично. И наши отисты суту. И почала я позов на молитву. Так как я прошла 6 сати и был залозок солнца. It's your guitar? My brother. You don't play? I play. I don't know how to play, but I play. You actor? Yeah. No, I'm not actor. You wash bird, yes? Yesterday? Yeah. Who is washing? This? This. А why you wash him? What reason? Because he have some food here. Where? Why? If it's possible to wash a bird? No, actually it's not good to. I think. It's no good. Yeah. Ева, птичице. А, птичице, малый. Uh-huh. Not fly.
They're not flying. They're not flying. No? Yeah. Only hand? May I take in hand? They're friends. Не надо кусаться. Ева, так, видишь, как я лепо? Видишь, как я лепо? Где? Ага. Вот. Вот. Доджи. He don't work because he is new. Jealous. Yeah. Maybe another hand. Another hand. This. Oh, this. Yes. Wow. I have a bag. Видите, как эта птица съели ее? О, как лепо сидит мирно. Yes. Знаешь, как бы тебе Шеки? Шеки бы наш попиздил, как бы тебе видел. И наши мати бы были из ван себе, как бы стелетели, И вот мы бы вас уловили и поели. А к небу все снашли, да. Такое, таков я живот. А вы не знаете, как у этого своей мачки. Как у этого мачки, как с упас из гляды, вы вовче не мати пойма. Мы как с ней лепи, зюты. Ова е као корнеча. Кој е дечко, кој е цура, не знам. Ова га јучер прали. Газда тај не един. Твој газда и од ова га гестхауса. И он воле и држи ових двух птичаков. Они не летят нигде, они так нон-стоп с ним негде. Вальда на руки или вот да он кавизи, чи ему мало за них. И видите, вообще не можели нигде ичи. Не лейте ее. Ай, да, кого красный. Эмма как лепо сидит. И почел чиститься еще вдобавок. И перья свои чистит. Еда надражена сядет. И то и наш гестич. Славья в ночном, том светлом. А Ева и на мои руки сидит. Не знаю, я ли женка или мушка. Мы с ним разговариваем, она все мне яко лепо послушает. За разлику от мужа. Ага. И ты не что будешь рекла? Давай, ты не что речи. Жопка повернулась. Жопка вся кренула. Даешь посвисти? Мой, если слушать внимательно, кай-то ты изводишь. Не как в письме. Види, я распричалась. Смотри, распричалась, а то тихо было. Смотри, что, не что говори. Ты?
Ми сам їде, а вона нече. Нече вона. Смотри, как хочет. Требует прям, смотри-ка, смотри, смотри, чего. Ой, ты богица. Мне это молодец, я тесто любимый, не попадаю, а не попадаю. О, как и фино. Как и фино. Я кушаю, а ты там их не видишь. Game over. И вы опять смо на вечере кодна Эма. И опять кокос приправлен данас само задрожено. Так как я сам Юче рекла, да я кокос не волим. И его... И опять нам цвечи и свечи. И ешь и обе. Школька, не? На столу. И вот чек у нас грилована рыба, я предпоставлю, то мы наручили. И вот наши данышние рыбицы. И моей тоже. И ешь он донесл комадич от... Как все это зовет? Школьки? Школька, да. Огромная школька? Знаете, огромная. И, значит, то, что и внутрь в той школьке, не мясо. И он нам с Ваком оставил то, а я сам рекла, узьми ты то от меня, я то и она конечу. А не то специалитет, люди. За те, кого ли морю, те морские плодови, то специалитет. А я то не бы ела так вот, да, чем укварить. Я уже вам уветричу и у вечера. Лепота-то какая! Каква лепота, люди! Вау! 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 Ватромет! Ватромет от планктона! Вау! А тут на миражи близу! Супер! Видите, как это эффект? Вау, предивно! Доброе утро! Утро выглядит из лозок солнца. Но вот такой фигенду. Полностью до ведра. Сунчена кугла из надгойду. Якобы засидишь же за право. При 2 минуты так я была там из-за леса. Ева. Излази из тем бразином, кое улази. Якобы за.
А сати йдемо цесяцом уз моря на бікіні пляжу. Значить, ове пролаз за бікіні пляжу. На всі остали пляжі ви істо можете їч, але віч пристойно обучені, значить, на бікіні. А кожеляці купать і ходять полуголи, он де є то-то місто. Твоє почне. Ева, то є то місто. Мало плажиться. За нудісти. Шалимся. Ніяких нудістів, ясно. Можеш ходити в ті гачицями, коїмся навикли в малим грудницями, але гола нікако, ні ту. Ні ту не смішно. Але на свій мостовим плажами можешся купати. Але віч пристойно обучен, значить, мало дугочки рукави, мало дугочки ове, краткі хвачиці, не? Видите, я сам дану сама. Нема живі душі, сама-сам. І ночевого время обычно і кирцата на кондурочку. Зараз ми вечеримо в нашому смішті під відкритим небом і їдемо нашу рибу, яку ми случайно знайшли на Бікіні Бічу. Некі ові рибари се врачили з риболова і бачили ту ситну рибу. Бачили ситну рибу, їй не треба, не? І вона тут допливала, мислю, допливала, вона віч була мертва, не? Але кілька команд допливали тут до області, скрозь десь ми купили. Ми глядемо, яка є то. Риба, фрішка риба. Видите, де таку ловлю, пошта є ова. І у головному ми це то покупили лепо. Добре, вона є ситна. Ми з це то покупили і віднесли то нашому газду. Я сам їм показувала, говорю, і если это нормально, в общем, это нормально рыба, я говорю, за что она умерла, он меня бесил, что вероятно, невероятно, то рыба рыбацали самое, ради того, что и ситно. Але что это добрая рыба, и зачем направить они нам и карри, и одну ову векше, ову и было наивекше, они направили, испекли ее на гриле. А до столу направили рыбли карри. А у врачице ми смо самі купили в торговині, єр ту добить салату, ове чисто, чисто з речі. Так смо ми сату посвячені, і ми смо до нас єдині гості у цілому гестхаусу. Само ми і вище нікого. І нормально з у локальцями. Так у Леовако, романтично під пальмом. Ми чимо ми чимо зустрісти ово Нову годину і дочекати мороженого. Його їдеш нешто. Ну що, люди, можу річ, да, є було, не очікувано добре, але да панове, риби було наше, не? Я не знаю, како би риби іспала, ако би вони раділи то і свої ніякої другі версти, не? Ова и наша рыба была перфектна. Что в карри, что в грилана. Добро, они все были есть малечки, але яко лепо спечены, у ствари не на грилу суспечены были, него у улью пржены. И
Эва. Мужко и вообще не едет рыбу, не волю рыбу. Он поел все три команды. До разницы были башмалечки. Две были башмалечки, и одна была так, посредняя. Эва поел све и сад ешь тамане каре. Каре от рыбы. Я сам поел самое малое, я сам вечер уморный, я сам жалю само в креве тычи, то и то. Але я. Фино. Из наших, наверное, нет, это было все фино. Не знаю, как бы из них вылез полискренно речи, так вот не знаю, как за будущность. Как бы они приприняли то из своих наверниц. Далек. Дочь видит октопуса. Други страны. Да. One big, one small. Super, eh? Thank you, Naya. Hey.
давай не встречу, бы все держал. Вече 5 фута пау. Атаман я ту нам на бикіні плажу сметаю. Добре, да не ми нікого у воді. Хіба ще мир на воді, і вони тут дошли сад пародірати. Ева, видите, так человек дошел с дорожка. Ева, га, жди рёпи. Жди рачи, набил ове, пуны, как это зовут, образы, комыш крупы. Это витамины. Витамины, да. Витамины, знаешь, откуда это виноград? Да, допутовал с пизды матери. Откуда, не знаю. Погляди, там на ове не пишет на этикете. То сигурно не из близа дошло. На Шри-Ланке меньше не мой винограда, я не знаю. То исто допил вино где из Италии или из Шпаньольский. Питай богу, сколько это путовало, сколько это фришко, в общем, если не свежее. Хамяче, а? Комыш на зиму все спрямо. Так я был на дорочку. Поел ове, машуни, поел бутерброд, сэндвичи с маслом и джемом, поел яхреновка, поел яйцо печеное, два сока попил. И ешь, види, плюй на все стороны. Плювай там Вову в кутицу, плювай там, и смечи отнесешь он до своей доканты. Где на Маканте? Ева, ее видите, плавает там я. И Маканте. Здесь все разошлись. Столица усред океана, люди. And what it will be? It's a wall or for flower, for floor. For roofing.
Beetle nuts, beetles. What is this? Nuts? Nuts. This is nuts. This is nuts and this is beetle leaves. For what? For usually locals after meals they are having refresh in their mouth. Mm. Like a chewing gum, bubble gum are you using? Yes. Same. Understand? What is this, salt? No, it's salmon. Sorry, what's you call? Chili? No. Look, taste. What's this? I forgot. What's this? Ванила? Eat. Mm. Yes, yes, go ahead. Mm. Yes. It's not good. Try. try. Пробуем оба люди. Мне нечто ужасно. Мне не свидим, если никого. Служит за освежение. Освежение уста. Like налик на нашу жвакучу. Или такое нечто. На цик-так. Освежавую чековали. Цвета твердо. Цвета горько. И не угоден за звуканье. Подтвердая. Заходились. Тяжело как просто. Локальная кабана. Куда лазим место не? Мне что прикрыть? Местная джамия. Сзади время за молитву. Вакусу изгледаю улицы. Улицы в пяток. В пяток после поднего. Все праздно. Все праздно, со всех стран виден. Видно море, не видите море, как обычно. Там и течение едем до Чанчичу напред. Левуга. Лючанчича. Так висунем локальные занимливые хижицы. И с такой нафигенду. И местный транспорт. Very important person, yes? I'm Kir. Yes, I'm going to see you.
सीधा डी यहाँ पर भी सीधा и вы люди были с мов шопингу я ж плюс цой главное мы были в джаме и по шопингу и мало сам что видела в обчиту але я вас от пунных в речка ту близу. Вот такая ова глокольного, вот такой и резорт. Не знаю, если будет сад видела, пробуем приближить. Его видите? Ова. Ова резорт, вот так резорт. Он есть от мада ова глокольного, вот такой. И за то сад я мыслям дає пуно запущенного того ового запущенного смештая. Али видим я, да, просто интерес ових локальних дечки, койсу и мы мало лове, да, купую сад ту землю, док я ешо на Евтина, близу таких мест, где суби, где пуну туриста, за то, что ге на резорту ясно цену супапрены, не, редко ко может все то приуштить и мало дана, а быть ту на исте локации близу резорт скоро не али за после бюджетную цену то е добра опция так куда так ви месташца около неких ваш туристических дестинаций они сусад палако мешта не почели схвачить да е то вредно улагание улагання і док є отак йошні як би рекла он є ж дивлій, після дивлій ту я сам єдина сад була Белкиня і чек сам сій бойло локальних вже не пролазить за те, що є овако ну відім я до вони нісу відділі вовчі білі люди ту скоро поніжта так ода не бы было якопуна угодно ага, ту за бельцы быть самим, не? Мысли, маку будет сам пар люди, осталось у окальца, он да осетишься у ваку мало. Мало без связи, искренно да вам речи. Као у ваку, као бела врана. Ева, кай, покирамося, покирама шопинг тай.
это все главное, я мыслим, да, дядьки, если у шопинг. Не знаю, вел твои в тіні. Невероятнее, да, твои в тіні. И так, и сад мы се врачемо. 20 минут сад чемо мы часа в родом. И то бы было то нас дано, то потавання наше. Малый излетич. Мой у честь мог роджен дано. Данас мы е роджен дан, данас е 6 January. 6-1, данас я имам роджендан, а данас ёш и три краля славил Хорватской. Поздравляем Хорватску, поздравляем три краля. Видимо всем у фехенду. Ева, мы все искрцели на фехенду, врачаемся на фехенду. Искрцели со сви. Шопинг. Thank you, guys. Ева и моя купня. Ева и моя купня. Я сам нечто купила. Его наши вечеры данас. Раньше цена по концам, я ему рекомендовала купить рыбка. Вот за меня, даже какая-то большая половина. За меня вот эта маленькая, потому что она мекана. Специально для меня я сказала, чтобы была масная и мекана. И вот нам все придружил. И будет вечер с нами данас. И крумпирича. И вот на таком пладне. На том пладне, я думаю, он послужит хоботнице. За то, что он яко добро ловит хоботницы. И очень вкусно их готовит. Очень фино. Очень как? Яко добро. Яко добро куха. Яко добро куха. Рыбли специалитеты. Так вот, так, все, кто воли, кого ли в рыбу, мы и небо ж волим рыбу, значит, за нас я то и мыслим. Окей? Але те, кого воли рыбы, те, кого воли хоботницу, с всякими обликами, и свете, школьки ого, ну, то и наиболее место ту на фехенду. Да дойдет и код найма, и все угостите у ваком амбиенту. Окей, амбиент є, ёж є так, за то, що своє сад у ізграднітек, але ресторан, то є сад, видите, і за там буде новий гестхаус, сад є то своє ёж у процесу градні. І тут смо ми одма до нових ток моста.
как се то зове, лука, не? Лука. Лука. То је за баш велики ће ове бродеви. А једна мала лука, на кој смо ми прошли, она је 5 минута далје од овога. Али ту видите, ја сам вам већ приказывал то. Колико је то изврсно изведено. Незамисливо за таков малый оточич. И так огромно, ко Пелешки мост изгледа по модерно, чисто, све яко лепо. Велим, да, я Хрватска нема, нема. Так шнага. Ева, бацамо си мы на вечера. Ева, Дражен данас уловил едну, а другую нему поклонил другой. Другий рыба, рыбар. Сядешь, трае процесс. Процесс ходания со штапом. Ева, али засадништа. Ева, люди. Фателья от среза, от пальмы. Видите, как и случайно испала фателья. А иначе то бы так и в отеле видеть, целая херпа была. Давай! Oh, it's so bad. На заднем дорожку ту. Све є окей, само є. Те мухи ту не є могуче. Не могуче сидіти на отвореному. Єр нон-стоп вони те пікаю. Вау. Єва. Данас сам під відрим небом. Із-под пальми. Ту є лежелька. Ту ми вчер сиділи. Там на том чёшку с мою вчера сидели и певали караоке. Обычно едем он утро из-под вентилятора, видите? Ту, али проблем есть. Пуна мухахи. Целое время мы скупо сидим. Ева, мы чекаем на трансфер до Фуладу. Идёшь 5-10 минут и будем мы ишли. Палаху принемо. И его другара сам нашла. Разговариваем мы нон-стоп с ним. Так или посидел на камене? Любови. Любови мне построила два пута вечер.
Так моя любовь. Любовь из ранее. Ну, любови. Что любови? Ну, будем разговаривали. Видите, как позорно слушаю. Муж меня так не слушает, как птица. Вот и моя любовь. Вот так. Так с ней нежно. Нежно, мелко дичка или цура. А не клювать. Где моя любовь? Где моя любовь? Ой, ты еба, мамина. Я? Пусу? Пусу обращаю. Дай пусу. Ну дай пусу обращаю. Птичица мала памятна. Ви ж мені достояла. Ви ж мені фалила. З ким би я розговарила? Нема ми ще з ким розговарити. Все сумучую. Да. Ну как будешь ты без меня? Будешь умрла с досады. Да? Будешь умрла с досады. Да? Ева, тунцы уловили, дечки. Видите, тунцы уловили. Смотрите, Ева, те билеты, что мы ей помогли. Hey.